Всем привет, Вася, с вами Жека. Значит, недавно узналось, что наши власти собираются в очередной раз переписать население. Это что получается, что с первого раза они смогли переписать или что? Или в прошлый раз врач, Вася, переписывал население и не могут почерк теперь разобрать? Значит, внимание, перепись населения в прошлый раз была 16, Вася, лет назад. Это еще было в те времена, когда про Яценюка говорили: «Посмотрите, какой порядочный человек». Значит, потратить, Вася, на перепись населения собирается 1 миллиард гривен. Значит, знаете, как можно было бы сэкономить 1 миллиард гривен? Значит, в прошлый раз, после прошлой переписи населения, 16 лет назад, садишь человека перед телеком, Вася, включаешь ему Магнолия ТВ, Вася, и пусть себе, Вася, пишет. Народилось стільки-то хлопчиків, стільки-то дівчинок, і все. Вот, сэкономим. Или можно вообще по-другому сделать. Идешь на любой концерт Океана Ельзи, Вася, и делаешь перекличку, Вася. Значит, Сидоров, тут, Вася, Иванов, Вася, подъезжает. И вообще, знаете, к чему это точность? Давайте возьмем принцип синоптиков. В Киеве плюс-минус 4-10 миллионов человек. Пасмурно. Вот. И вообще, вы представляете, какая трудная работа, Вася, у этих переписчиков населения? Вот прикиньте, он переписал, этот чувак, 15 миллионов людей, Вася. А в этот момент ему кто-то позвонил. И что, он сбился, Вася, и опять все по новой? С другой стороны, опять приходит этот чувак, который переписал население, к Петру Алексеевичу, Вася, и что? Ну, смысл какой? Он приходит и говорит: Петр Алексеевич, я знаю, нас 38 миллионов. И типа президент стоит такой: угу, так, прикольно. А давайте теперь собак перепишем. И вообще, Вася, я не понимаю, к чему нужна эта перепись населения. Ну вот вы прикиньте. Значит, у кого-то, допустим, 10 лет назад дед склеил ласты, Вася. И что? Что вы хотите сделать? Лишить семью единственного заработка? Лишить семью кормильца? Короче, Вася, я понял, для чего властям нужна перепись населения. Для того, чтобы они поименно знали, кого они наебывают. С вами был Жек. Живите четко, Вася, переписано. И не косячьте. Пока. Слышь, мужик, фамилия твоя как? Что значит зачем? Перепись населения. Науменко, хорошо, карманы показывай. Что значит зачем? Перепись карманов, Вася, иди сюда, блядь.